Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжим с вами, с Божьей помощью, вместе размышлять об одной из самых важнейших христианских добродетелей, о добродетели милосердия. Святитель Иоанн Златоуст, один из выдающихся учителей церкви, который в своих проповедях очень много уделал внимания милостыне, говорит следующее. «Милостыня есть царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей на самое небо и лучшая защитница. Великое дело милостыня, велик полет у нее, она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается, напротив, проходит и небо, обтекает и сонную ангелов, и лики Архангелов, и Всевышние силы, и предстает самому престолу небесного Царя научись этому из самого Писания, которое говорит». И далее святитель Азлатух цитирует из книги Деяний апостольских» из 10 главы, как ангел явился Корнелию Сотнику, то есть язычнику, не принадлежащему к богоизбранному народу, но который творил много милостыни и молился. И ангел говорит ему, Корнилий, молитвы твои милостыни твои пришли на память перед Богом. Что значит «пришли на память перед Богом»? Естественно, ангел говорит снисходя к человеческой немощи. Перед Богом всегда видны все наши и добрые поступки, равно как и наши грехи. Но что значит молитвы и милостные пришли на память перед Богом? То есть твои дела милосердия, они настолько, настолько явны, что даже ангел послан к нему. Из книги Деяний мы знаем, что Корнили таким образом был приведен в лоно Святой Церкви с самим апостолом Петром. Таким образом, сколько бы ни было у тебя грехов, пишет святитель Ян Златоуст, «твоя милостыня превышает все». Разве не знаешь в Евангелии притчу о десяти девах, как не имеющие милостыни, хотя и подвязались в девстве, остались вне брачного чертога? Подтверждение этих очень глубоких и возвышенных слов выдающегося святителя церкви, дорогие друзья, хочется привести вам на память еще один удивительный пример из древнего потеряка. К преподобному Пимену Великому одному из рассудительнейших отцов египетского монашества, неоднократно приходили за наставлением его ученики, его духовные чада, тоже монахи и тоже подвижники очень высокой жизни. И однажды среди монахов пришел один мирянин, и мудрый наставник, преподобный Пимен, говорит мирянину, чада, преподай наставление братьев. Мирянин, естественно, смутился, говорит, очень, простите, как я могу, я мирянин, и, и давать наставления монахов. Но преподобный Пимен настоял, говорит, скажи назидание, что положит тебе на сердце Господь. И тогда мирянин говорит, простите меня, братья, я грешен, я хуже всех, но вот расскажу вам одну притчу. Однажды один человек хотел прийти к царю и искал дорогу. Подходит к нему один путник и говорит – я могу тебя провести половину пути до царского дворца. Встретил он второго, второй говорит ему, я тебя могу довести до самых ворот царского дворца, а дальше вести не могу. Когда он встретил третьего путника, он говорит, я с радостью могу довести тебя, но доведу тебя не только до царского дворца, но веду тебя внутрь и представлю самому царю. Все братья задумались, монахи высокой духовной жизни, и спрашивают этого Мирянина, растолкуй нам эту притчу. А Мирянин, разумеется, дорогие друзья, вы все это хорошо понимаете, что по благословению преподобного Пимена Великого этот Мирянин рассказал эту притчу, и сам тот же, тут же дает ее истолкование. Он говорит, человек, который согласился помочь половину пути, это подвижническая жизнь то есть строгая, без всякого снисхождения к себе, подвижническая жизнь монаха. Она поможет тебе пройти половину пути до небесного царя. Второй спутник, который приведет тебя до самого, можно сказать, чертога, чертога небесного царя, это чистота душевная и телесная, девство, то есть добродетель целомудрия. А третий путник – который введет тебя в царский дворец и представит тебя самому небесному царю, это добродетель милосердия. И вот смотрите, дорогие друзья, только что я процитировал вам слова святителя Иоанна Златоуста, вот примеры из древнего потеряка, насколько огромное, влия... огромное значение добродетель милосердия придавали святые отцы церкви. Наш современник, преподобный Паисий Святогорец, который подвязался как раз в 20 веке, в 94 году перешел в вечную жизнь, он, отвечая на вопросы мирян, э, дает очень мудрое наставление, как людям в семейной жизни находящимся, только что мы слышали наставление монашествующим, а вот людям, э, живущим в семейной жизни, живущим в социуме, как надо относиться к добродетель милосердия. Вот что пишет в четвертом томе «Семейная жизнь» преподобный Паисий Святогорец. Некоторые родители, ходящие в церковь, стараются помочь своим детям стать хорошими детьми, но не потому, что их волнует спасение их души, а потому, что они хотят просто иметь хороших детей. То есть их больше беспокоит то, что будут говорить о их детях другие люди, чем то, что их дети могут попасть в вечную муку. Но как в таком случае поможет Бог? Задача не в том, чтобы дети шли в церковь из-под палки, но в том, чтобы они полюбили церковь. Они должны делать добро не из-под палки, но почувствовать его необходимость. Святая жизнь родителей извещает детские души, и потом дети легко подчиняются отцу и матери. Так они растут, имея благоговение и двойное здоровье, избегая душевных повреждений. А если родители закручивают своим детям гайки, будучи побеждаемы к этому страхом Божиим, то Бог помогает ребенку получить помощь. Однако, если они делают это только от эгоизма, то Бог не поможет. Часто дети страдают от родительской гордости. И далее преподобный Паисий говорит, «Чем больше материальных благ приобретают сегодня люди, тем больше они приобретают проблем». И с этим сложно не согласиться но Бога они не благодарят за его благодеяние и несчастье ближних не видят. Не видя несчастья ближних, они не оказывают им помощи, не подают им милостыню. Люди тратят деньги без цели и не думают о своем ближнем, которому порой нечего есть. Как после этого к ним придет благодать Божия? Задает вопрос преподобный Паисий. Даже если у человека есть семья, все равно он должен на чем-то экономить, откладывать деньги, чтобы оказывать милостыню другим. Им надо объяснить своей жене и детям, что где-то живет брошенный всеми больной человек или очень нуждающаяся бедная семья. И если у них нет денег, чтобы помочь несчастным, то они должны хотя бы сказать близким, давайте подарим этим нуждающимся хотя бы какую-нибудь христианскую книгу, ведь у нас их много. Подавая милостыню... Тем, кто испытывает нужду, человек помогает и самому себе, и помогает своей семье. Вот какое важнейшее значение добродети и милосердие придавал преподобный Паисий Святогорец. Будем стараться, дорогие друзья, давайте об этом будем думать. И если мы действительно неравнодушны к своей духовной жизни, если мы хотим, чтобы наши дети выросли достойными людьми, под словом «достойно», дорогие друзья, я, конечно, и вы, я думаю, понимаете, мы сейчас говорим не в светском понимании достойный, достойный, то есть все имеющий, который ни в чем себе не отказывает, так сказать, перспективный, конкурентно способный, как говорят современные люди, а достойный в христианском смысле этого слова. Достойный милости Божией. Достойный, то есть в христианском смысле слова духовно упорядоченный человек. А такой человек обязательно должен быть милостивым и внимательным к окружающим людям. Да поможет нам в этом Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.